Продолжаем выпуск. В Томске сегодня было частично парализовано движение общественного транспорта. Водители регулярных маршрутов отказались выходить в рейс, протестуя против так называемых заказных автобусов. Частников, которые выходят на линию нерегулярно, только в часы пик и перехватывают пассажиров у конкурентов. Ровно 35 минут стояло, ни одной не было четверки. Сотни людей сегодня опоздали на работу. Забастовавшие водители регулярных маршрутов не дали работать и своим соперникам, загородив проезды для автобусов конкурентов. Заказные или экскурсионные маршруты – томское ноу-хау. Формально они не занимаются регулярными перевозками, а оказывают разовую услугу. Правда, передвигаются по тем же маршрутам, что и официальные перевозчики. Однако не участвуют в конкурсах на право возить пассажиров и не платят положенные для таких транспортных компаний сборы. Коммерсанты, обслуживающие регулярные линии, терпят убытки. Власти разводят руками, мол, закон не нарушен. Ситуация патовая, и похоже, что терпение многих владельцев транспортных предприятий на исходе. То, что мы вот выиграли четвертый маршрут, проплатили определенную сумму денег за этот договор, купили новые автобусы, и вдруг приходит ко мне домой какой-то там чужой человек и говорит: ты поднимись, а я сяду с тобой позавтракаю. Многие уже поговаривают о том, что надо искать другую работу. У многих просто нервы. Были случаи, когда доходило до мордобойства. Это пока до мордобойства. Что дальше будет, я не знаю.